Нет, не тебя так пылко я люблю. Не для меня красы твоей блистанья. Люблю в тебе яичницы скворчанья и бастурму увядшую мою. Михаил Юрьевич Лермонтов, «Кавказский цикл». Дорогие друзья, «Смак» на Первом канале. Наш гостя сегодня в подготовке к новогодним праздникам. Веселый перкуссионист, в котором только настоящие, я бы назвал, гурманы, узнают любимого всеми Николая Баскова. Доброе утро, Николай. Доброе утро, страна. Доброе утро, Ваня. Коля. Ну что, Николай? Я вижу, уже разминаюсь. Такое ощущение, что вы доите двух коров одновременно сейчас. Куда? Ну что мы сегодня, Коля, с твоей помощью будем готовить на нашей праздничной, предновогодней, радостной, похрустывающей кухне? Самое любимое блюдо россиян. Неплохо. Это будет так. Селедка под шубой. Селедочка под шубой. Да. И будет потрясающий салат. Печенка с салатом руклы и белые грибы. Ну что ж, Николай, давненько... Давненько. Мы не видели, как народный артист... А ты, Коля, подсчитывал? Вернее, я уверен, что подсчитывал. Конечно. Количество стран, в которых ты являешься народным артистом. Ну, все-таки, мне всегда родители говорили, что я должен быть скромнее. Скромнее. Ну, мне всегда родители говорили, докопайся до истины. Сколько? Хорошо, 7. 7. Спасибо. Спасибо. Так, давайте перечислим. 7 это Россия, Украина, Молдавия, Белоруссия, Чечня, Ингушетия, Мариэл. 7, друзья. А пальцев еще 3 осталось свободных. Так и мне только лет-то 34. Вперед, друзья! Вот 2011 год, а там и юбилей. Да. И мы обращаемся ко всем руководителям стран. Да. Почему, друзья, почему наши артисты имеют возможность показывать всем свой талант и получать за это звание в странах ближнего зарубежья? Почему Николай не может быть народным артистом Бельгии, народным артистом Лихтенштейна, Норвегии, заслуженным артистом Анголы? Нет, я бы хотел где-нибудь... Народным артистом Мальдив быть. Народный артист Мальдив? Мальдив, да. И какой-нибудь остров был. Это там, где количество народных артистов приблизительно равняется количеству людей, которые живут. Да, я остров. Я остров, да. Хорошо, Коль, ну давай, что? Начинайте уже. Значит, давай все-таки начнем с селедки под шубой. Селедки под шубой? Сначала тогда... мы должны что натереть сделать? Картофель. Натереть на терке? Да. Ну вот, пожалуйста. И прямо вот так вот, и куда это? Прямо так сюда? Да, будем складывать. Я просто, я честно, я врать не буду, я никогда селедку под шубой не делал. Ну вот, мы начинаем. Так, так, вытираем. Вот так надо, Ваня, тереть и о чем-то мечтать. Ну а вот если у тебя, я же когда говорю о чем-то мечтаешь, безусловно, имею в виду не... Я понимаю, да. Не, я мечтаю. Не материальные блага, а вот что-нибудь творческое. Вот в творческом... Какая партия оперная, может быть, которая еще не исполнена, но которая тебя увлекает? Ну, наверное, Герман в «Пиковой даме». Герман в «Пиковой даме». Что наша жизнь, еда! Да. С утра тяжеловато. А, кстати, есть, ну... С утра тяжело петь. Да? Правда. А каким образом ты будешь свой голос? Ну как, я хожу, мычу по утрам, бужу соседей. Я, когда я уже хорошо распетый... Ну, мучишь это как это? Ну, захоронно. И когда из-за стенки уже начинается, хватит мучить людей, я понял, что я уже распелся. Да, ты... Ну, это твоя однокомнатная квартира, это маленькая, да? Да, 300 метров. 300 метров, да, это комната. Ну да, но однокомната все-таки, как-никак. А я говорил, надо все-таки был сделать. Коль, да, можно вот сюда. Какая удобная штука, слушай. Коля, ну... Я привык, когда в детстве я все время тер картошку на Новый год, помогал маме, все время это рассыпалось, а теперь так удобно. Видишь, да, все, да? Да. И более того, вот, вот. Так, все, смотри, картошку. Хватит. Подожди, ну вот я еще одну дотер, давай чуть-чуть, все, чуть-чуть. Вот. Готовить это надо с вечера, на самом деле. Я тебе хочу сказать, потому что в холодильнике должно это отстояться и подавать почти что сутки должно простоять в холодильнике, чтобы потом это все пропиталось, осело. Потому что сейчас мы чуть-чуть солим. У нас будет такая воздушная будет такая сила. То есть шуба новая. Как, будет. Вот как это. Давай. Вот. Знаешь, ну картошка, в принципе, когда варилась, немножко подсаливалась. Да? Ну, ты знаешь, когда говорят пересолили, значит влюбились. Чего нам с тобой не влюбиться в кого-то? Ну, мне кажется, что это вообще твое перманентное состояние влюбленности. Да, я всегда влюбляюсь в песню, в поклонниц. Например, я в зал выхожу и выбираю какой-то объект. Угу. И этому объекту пою определенные песни. Да, ну... Потом, когда уже чувствую, что от объекта не прет,
ну что, мужчина неловко себя чувствует. Да. Такая идиотская ситуация. Да, то я перехожу на другой объект. Уже к другому человеку, да, понятно. Да. И так перебираю зал. А когда это, друзья, а когда это тысячник? Я беру тогда, как это говорят, группой. Группой, целиком, да? Секторами выбираю. Секторами, да, выбираю. Так, нам нужен майонез. Майонез, вот и майонезик, так? Да, ну что, берем ложку. Берем, пожалуйста, вот тебе ложка, пожалуйста. Смотри. Давай, покажи, как это делается. Ой, делается это очень культурно. Ты любишь культурно, ну? Да, ну примерно. Вот так смазывается, смазывается. Майонеза не надо жалеть. А ты помогал всегда маме на кухне? Всегда помогал. Я вообще очень хороший, послушный сын. А за что вот родители ругали, Коль, тебя? Вот что они тебе ставили в вину? Я не имею в виду какие-то такие, то, что всем детям ставят вину, допустим, курил в спальне родительской или, допустим... Не, это мне разрешали. Это... У меня родители были такие нормальные люди. Просвещенные, современные люди. Современные, да. Потому что у меня папа профессиональный военный. Да. Мы ездили по разным военным частям, на самом деле. Я, можно сказать, вырос такой, знаешь... Ты как сын полка. Сын полка, точно, да. Потому что меня всегда интересовали пушки, оружие. Меня интересовало вообще вот это... Я учился ходить правильно, строевым шагом. То есть твои родители святые люди? Коль. Святые. Святые люди, конечно, такое смотреть. Зато посмотри, во что это превратилось. Так, послушай, а что нам следующее натирать? Свеклу, да, я так понимаю, или нет? Нет. Теперь мы селедочку достаем. Мой дорогой, видишь, я же ничего не знаю. Так, селедочка, где ты? Селедочка, где ты? Это Ваня, вот селедка у нас. Ну вот я ее достаю, подожди, давай. Это из какой оперы селедка, где ты? Селедка? Просто налево. Ария норвежского рыбака. Варяжского гостя. Варяжского гостя. Обалденная селедка. Кстати, она уже разделанная, без костей, обалденная селедочка. Можно еще вот так. То есть прямо меленько-меленько порезать. Меленько-меленько. Коля, а что у тебя в меню в твоем? Без чего ты не можешь, скажем? Без банана. Серьезно? Да, потому что банан, там содержится и калий, и... Магний, и фтор. Да, все вместе. По этому принципу ты выбираешь еду, да? Нет, просто перед пением нельзя наедаться сильно. Надо поесть за часов в 5. Художник должен быть голодным. Но чтобы голос звучал... Да. От тебя эта фраза звучит как нельзя. Художник должен быть голодным. Значит, а правильно ли я понимаю, что... А банан, как бы, он, с одной стороны, утоляет голод, но при этом не... И при этом дает силу. И не заполняет желудок, как любой другой продукт. Коль, скажи, но сырые яйца, это же стереотип, это же неправда, да? Вот. Конечно, неправда. Хотя я тут тебе хочу сказать, у меня тут пропал голос. Я позвонил одной знакомой, которая занимается вокалом, и она мне сказала, что нужно взять сырое яйцо, 40 грамм коньяка. Просто она не хотела долго с тобой разговаривать. А что на самом деле нужно делать? У тебя, ну, я понимаю, что у тебя голос уже как натренированный, как бицепс у Валуева. То есть натренированный. Да. Но... Врожденный. Но так вот, тем не менее же, наверное, бывает, когда утомление, усталость, там, мало ли когда что. Когда утомление, усталость, лучше не петь, потому что самое лучшее восстановление для голоса – это молчание, раз, и хороший сон. И вообще, раз в году настоящий певец... С хорошим голосом, да? Ну, с профессиональным. Профессиональным голосом. Да. Ему нужно раз в год что? Месяц молчать. Чтобы петь Коля, долго. Когда этот месяц у тебя? У меня есть этот месяц. Серьезно? Да, я его просто не месяц, я его разбиваю по несколько дней, но я набираю эти, там, два и молчу, три дня я молчу. То есть вообще не говоришь ни одного вообще слова? Не говорю, только смс-ки и, если мне что-то надо, бумажка. Ужас какой. Коля, действительно. Это всегда весело. Выкладываем на картошечку селедочку. Значит, на картошку, которую мы смазали майонезом. Да. Кстати, ты следишь, вот какой, допустим, мне вот это очень интересно, потому что ты по-разному всегда... Ты понимаешь, когда мне надо петь эстраду, мне хочется похудеть, как бы привести... Ну, объясни, пожалуйста, почему, когда люди, ну, все-таки вот и оперные певцы, все-таки это большей частью такие люди достаточно... Ну, потому что чем плотнее опирается желудок, то есть желудок подпирает диафрагму, тем легче выдерживает нагрузку. То есть чем больше желудок... Да, чем лучше нагрузку, тем легче петь. Особенно высокие ноты. Просто, но это реально так, да. Поэтому. Потому что, когда ты худеешь... получается зажат между ангелом и бесом. Получается, что тебе, с одной стороны, на эстраде, конечно, ты должен быть соответствовать твоим песням. Как можно петь песню «Я буду руки твои целовать» и быть при этом больше 127 килограммов?
или натуральный блондин на всю страну такой один. Да. Ну, нельзя же так, да? А с другой стороны... Слушай, ты мой фанат. Коля, как? Подожди, я твой фанат. Я бы, конечно. Ты вырос на моих песнях. Ну, как вырос, Коля? Ну, как? Сколько раз твои песни звучали после фразы «А сейчас специальное поздравление для мамы жениха»? А для бабушки? Для бабушки. Так, подожди. Все. Значит, друзья, у нас картошка натертая, вареная, натертая на терочке. Сверху немножечко майонеза. Сверху мелко порезанная мягенькая селедочка. Николай, я оставлю тебя на одну секундочку. Да. Друзья, у нас небольшая рекламная пауза, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что белуга, в переводе с чешского, означает солнцезащитный крем. Витя, странная у тебя, конечно, мама. Как Кагор выпьет, так сразу в ванной запирается. Из оперы Джакобо Пуччини «Мадам Баттерфляй». Дорогие друзья, «Смак» на Первом канале. У нас в гостях сегодня Николай Басков. И мы готовим предновогодние блюда, самые хрестоматийные да. блюда для... И недорогие. Безусловно. Коль, я знаю, ты за этим следишь. Да. Мы действительно готовим недорогие блюда. Это селедка под шубой и еще будет какой-то сюрприз, да? Да, сюрприз, потому что... Давай, ты будешь продолжать доделывать... Давай, я буду продолжать доделывать селедку под шубой. А я начну делать салат, очень который делается легко, быстро, потому да. что все-таки год кота и кролика. Коль, правильно я понимаю, что нужно нарезать лук, да? Да. Ты мелко режешь лук, а я начинаю сейчас... Жарить печень. Жарить печень. Для чего все это происходит? Видимо... Мы сделаем очень легкий салат. Я решил. Из печеночки горячей. Мне нужно оливковое масло. Сейчас, одну секунду. Ох, какая хорошенькая. Хорошая печень? Угу. Подходит. У нас есть оливковое масло. Да. А я... Давай немножко маслица. Коля, а скажи, а бывают ли вот какие-то у вас... Сколько в коллективе у тебя человек? Ты же огромный коллектив, Коля. Да, 28. 28 человек в коллективе? Да. Ну, весь коллектив. Весь коллектив, это со всеми. Со всеми. Что ты смотришь туда? А, ты лук просто сделал пюре. Лук-пюре. Ну, кстати, я хочу сказать, друзья, что таким образом лук будет... Его будет меньше... И он будет нежнее. Я выкладываю правильно слоем, да? Правильно. Вот прям так сверху. Тонким, тонким, да. Смотрите, друзья. Как это все происходит? Тоненьким слоем выкладываем лук, его будет гораздо меньше. А я режу печеночку. А Коля режет печеночку. И, кстати, мне нужен еще лук для печеночки. А что тебе дарят на день рождения твои коллеги по сцене, имею в виду твои артисты твоего коллектива? Они мне дарят бонус. Бонусы? Да. То есть, что означает? Сегодня, Николай, мы танцуем для вас песню да. «Шарманка» танцуем бесплатно. Да. С 30% скидкой. Посмотри, как легкой нежной походкой. Походкой. По да, салату. Ну, легкой нежной походкой. У тогда нас... вам не нужен лук. Все, кстати, значит... после того, как мы положили лук, да, давай еще раз. Сейчас. Посолим. Вот да. так это как? Вот так? Да, вот, все правильно. Так, соль теперь еще. Мы кладем на лук морковку. Вот. Но не смазываем лук майонезом, кстати. Я уже начинаю плакать. Сейчас. С тобой происходит то, что происходит с нами, да, когда, ты знаешь, когда ты поешь. Коль. Да, а ты знаешь, что на самом деле мы используем лук иногда на сцене? Вы это кто? Ну, например, оперные певцы. Оперные певцы? Да, потому что ты достаешь лук, и вот я уже с тобой стою, и я уже могу... Вот, смотрите, у Коля. ...наполненные глаза, и я могу... Коль, ты должен что-то сказать, нет, нет, и я... Что день грядущий мне готовит, его мой взор напрасно ловит. И уже жалко зрителю. А на первых рядах зрители говорят, как он поет. Кого луком так воняет, а? А если, знаешь, жалко себя. Давай, Коль, давай, может, сразу вот это вот? Давай. Да, да? Давай сейчас мы его... Ну, ладно, нормально. Коль, а вот Монсеррат Кабалье, назовем это так, твоя... Вокальная мама. Вокальная мама. Да. Назовем ее так. Твоя вокальная мама. Вот у нее есть какой-то... Она бы это все съела одна. Я расскажу, у нас была замечательная история. Мы сидели после... в Риме после... Прости, вот эта вещь тебе поможет перемешивать все это силиконовая штучка. Да, мы сидели в Риме после спектакля, опера Масне была «Клеопатра». И, отпев спектакль, мы пошли в ресторан. В итальянский потрясающий ресторан, который уже столько лет как бы... Монсеррат знает, любит, ну и вот. И она, значит, приходит и говорит, я не буду много есть, я на диете, говорит. Я вообще в последнее время очень слежу за фигурой. Ну, начали мы, значит, с
парская ветчина с дыней. Парская ветчина, дыня. Да. Потом принесли пиццу. Так. Потом были спагетти с томатками. Так. Потом... Потом Монсеррат говорит, наверное, все-таки поел. Потом, нет, ну ты послушай, правда. Потом, потом она заказала себе еще кружку пива. Потом она съела 3 шарика мороженого. И что самое интересное, что, послушай, я-то подумал, что это правда очень много, ну как-то много все-таки. Ну, да. На что племянница сказала, которая с ней работает давно, говорит, это... Тетя, сегодня вы все-таки нормально. Сразу видно, тетя, что у вас сегодня разгрузочный. Да, 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 правда. Так, Коль, ну да. Что, вот такое количество печеночки, да? Нам посолить. Посолить. Коля, а скажи мне, а что мне нужно сделать сейчас вот сюда? Майонез? Майонез, майонез. Не жалей майонеза. Ах, это печенка. Ой, я распелся уже, Ванька, у тебя. Коль, да? После тебя я на концерт сразу попадаю. У тебя сразу же концерт сегодня, суббота же. Суббота это мой день, воскресенье. Твои дни, когда ты... А когда у тебя, вот есть какой-то день, который для тебя считается неделю таким выходным, или нет у тебя все-таки? Ты... Вот что, как проходит свободный полностью день Николая Баскова? Вот что ты, вот когда я тебе... Я сплю, сплю и смотрю фильмы. Смотришь кино, да? Да. И просто дома валяешься и спишь? Да. Коля, обрати внимание, что я сделал, посмотри. Да? Да, молодец. Что молодец. Дальше? Давай тебе поаплодирую. Тебе еще никто не аплодировал на кухне. Коля, что дальше? Вот это, Коля, вот это? Нет, дальше яблоко. Мать честная. И что с яблоком что, натирать его? Да, ты он должен... Он почистить, наверное, сначала? Ну, почистить и натереть на терке. Да что ж такое-то, а? Вот, и посмотри, как печенка-то жарится хорошо. И не забывай, что ты все время, честно, поверь мне, на кухне должен, самое главное, ты должен это делать с любовью. Когда ты делаешь продукты с любовью, то они даже на энергетическом уровне очень хорошо усваиваются. Понимаешь? Поэтому в ресторане немногие-то и любят есть. Все равно домашняя еда отличается от ресторана именно тем, что приготовлено все с любовью. Теперь смотри, вот я печенку еще не дожарил, она томится с луком. Так. И мне нужно не до конца дожаренную печенку. Ты ее жарить вообще чуть-чуть, она да. Же... Мне нужны грибы. Грибы? Белые грибы. Еще... Да что ты, Коля, ну ты даешь, а? Белые. Посмотрите, аппетит приходит во время еды. Он не только начинает распиваться, он начинает... На, белые грибы, Коль, как ты любишь, собрали. Собрали, да, только они еще не разморозились. Как не разморозились? Когда декабрь на дворе, Коля, конечно, как собрали, так они... Свежие из леса. Замороженный. Я из лесу. Замороженный ежик бежал за грибом. Нет, вот здесь ничего. Нашел ничего. Так, Коль, выкладываю яблочко, да? Да, выкладывай. Аккуратно вот так вот. Оп-оп-оп-оп-оп, сок яблочко дает. Вот-вот-вот. Белые грибы. Вот, теперь белые грибы я нарезаю. У тебя есть какой-то любимый продукт твой, вот который ты, я не знаю, вот я бы, да? Да. Да. Жареную картошку с луком с грибами. Жареная картошка с луком и с грибами. А еще я обожаю... Часто себе не можешь позвать. А еще я обожаю, как готовят в Испании козленка, кабрита. Голень, голень козленка берут и запекают в специальной огромной печи. Это такое блюдо... Так это блюдо басков. Ну да, сепаратистов. Твоя же фамилия первая была сепаратистов. Да, ты знаешь, что у меня в паспорте... Николай Сепаратистов. Ты знаешь, что у меня в паспорте написано заграничным, да? Да. По-английски они написали мне, когда выдавали «баск офф». Баск? Ну, да. Баск офф. Баск офф. Ну, представляешь, я влезаю в Бильбау, и они так смотрят на мою фамилию, и написано «баск офф». Они думали, что это сначала шутка. Так, а теперь мы, как вы видите, добавляем сюда белые грибы. Так, друзья, позвольте я напомню всем, что происходит. Мы готовим сегодня 2 уникальных блюда. Традиционный для всей территории бывшего Советского Союза салат «Селедка под шубой» и какой-то специальный сюрприз-салат от Николая Баскова. Для года кота. Для года кота, в котором присутствует куриная печеночка. Лук. Лук, белые, белые грибочки грибы, и что-то еще. Впереди салат, орехи. Кедровые. Кедровые. Кедровые орехи. И надо будет потом сок выжать. Апельсиновый. Все это мы все сделаем. Коль, подожди, правильно понимаешь, что морковку мы выложили, сверху майонез, сверху яблоко и сверху опять майонез? Да. Сейчас я. Я стараюсь майонез выкладывать. Я думаю, если бы я был шеф-поваром в ресторане, люди бы были голодные. Почему? Потому что я... Ну, вкусно, Коль? Очень. А тебе там попробовать, обалдешь. Коль, я... Ты мне даже позовешь работать себе домой. Позже я вам готовить буду. С женой. Ребенка буду кормить маленького. А представляешь, как вот гости приходят и, допустим, едят, и говорят, кто так вкусно приготовил? И вот я, момент... И ты делаешь так. И я. Добрый вечер, друзья! Я сегодня готовлю для вас! Я у Ваньки, у
орган, то зарабатываю на час. Например, да? Ты представляешь себе, как это будет? Так, вот, вот, друзья, вот что произошло. Итак, сверху на этом мы должны выкладывать свеклу, но прежде чем мы это сделаем, Николай, с вашего позволения, поставлю вас на секундочку здесь. А у нас, друзья, короткая рекламная пауза, после которой мы возвращаемся, и вы узнаете, что фисташка в переводе с венгерского означает «судья международной категории». Кухни Мария. Когда кухня в радость. Фильтр для воды «Аквафор» содержит аквален. Правильный подарок. Зина, помнишь Игорька из третьего Б, Князева? А я вчера его встретил в ресторане, а он все уже отсидел, стал серьезным человеком. Из оперы Александра Бородина «Князь Игорь». Дорогие друзья, «Смак» на Первом канале. У нас в гостях сегодня Николай Басков, знаешь, с которым... Хорошая постановка была бы, «Князь Игорь». Я с тобой... Поздоровался, да? Коля, привет. Да, друзья, я начинаю выкладывать свеклу. Друзья, мы готовим все достаточно быстро, но помните, что свекла, вернее так, селедка под шубой, как сказал Николай, а у него в этом смысле большой опыт, потому что Коля помогал все детство маме готовить. Да. А какое любимое мамино блюдо, Коля, у тебя? Вот то, что мама тебе готовит. Вот, кролика, вот это... тушеного сметаны с картошкой. Год кролика как раз. Ну, в этом году нельзя готовить. Нельзя, да? Да. Ну да. А масло оливковое? Оливковое масло сейчас я тебе дам. Вот. Чуть-чуть. Тут уже нужно не рафинированное, а вот такое. Да. Две столовые ложки оливкового масла. Надо добавить чайную ложку бальзамического уксуса. А я уже выхожу на финишную прямую, смотри. А я тоже выхожу на прямую, только не на финишную. Так, вот у нас свекла должна занять все. Так, три ложки оливкового масла и одну ложечку бальзамического уксуса. Сейчас. Откуда это сочетание пропорций? Вот это вот? Это? Да. Как из жизни. Из жизни. Из жизни. Смотри, мы поливаем вот таким. Да, я понимаю, понимаю. Салат. А потом будем добавлять вот то, да? Да. Коля, а ты же еще хотел кедровые орешки? Да. А их нужно обжарить? Чуть-чуть. Это произойдет ровно в одну секунду. Вот я прямо горсточку кедровых орешков положу. При этом без масла. Да, естественно, они сами. Все, я положил. Так. Так. Сверху нужен майонез сюда? Чуть-чуть, чтобы, так сказать... Я начал танцевать танец селедки под шубой. А я думаю. Думаю. А я бы сделал. Тоненький. Вот, смотри, вот такой, все. Нежнейший слой вот такой вот. Нежнейший слой кладем туда. Чтобы заволокло как будто майонезной пленочкой нашу селедочку под шубой. Коль, а что будет на твоем новогоднем столе в Новый год? На моем? Ну что есть обязательно на твоем новогоднем столе? И есть ли у тебя новогодний стол? Или ты, как и многие другие артисты, в пути? Слава богу, я работаю. Слава богу, ты работаешь. И обязательно беру работу на новогоднюю ночь, чтобы работать весь год. Вот так, да? Угу. Вот такая почему-то у меня. Знаешь, я люблю петь свой день рождения. Но 1 января, когда ты просыпаешься? Или ты просыпаешься сразу 2-го? Да, 2-го, конечно. Да, я и 31-го, и 1-го работаю, так, со скидкой. Ну да, два по цене одного. Да. Вот, друзья, Коль, посмотри, вот. Молодец, Ванька. Да? Нам нужен желток. Нам нужны желтки, да? Ваня. Да. Самое главное, что тебе надо сделать сейчас, выжать апельсиновый сок. Это что? Выжать апельсиновый сок. Выжать апельсиновый сок? Так это же одна секунда. Коля, ну вот это как раз самое простое. Ну ты просто меня смешишь. Кстати, какая клевая соковыжималка. Коля, ты правильно сделал, что обратил на нее внимание. Почему? Борг! Хорошо. Очень красивая. Сколько нам нужно? Сок одного апельсина? Полстакана. Полстакана, прекрасно. Так, Коль, я разминаю желток, да? Для чего? Для того, чтобы потом посыпать, да, как бы так? Да. Сделать такую, как будто бы, так вот, вилочкой. Вот, смотри. Вот что получается, да? Да. Орешки начинают обжариваться. Чуть-чуть, но самое главное в орешках не это, а самое главное, давай сок. Сейчас увидишь, что надо сделать. Это сок. Даю тебе сок. Самая важная деталь, чтобы салат был вкусным. Ну-ка, в орешки. Вот это, друзья, да. А ну-ка, поаплодируйте этой затейливости. Николая. Народный повар уже вот. И сразу это все вываливаем на вот туда. И так. Теперь нам нужно еще коньячок. Есть или вино? Можно коньяк, коньячок можно или вино? Коля. Белое вино. Забегал. Вот белое хорошее, открытое. Давай. Так и покупали. И смотри, вот это тоже надо вино вот так сделать.
Ты жаришь вино? Я выпариваю вино. Выпариваешь вино? Да. Оно должно немножко выпариться. Так, Коль, теперь я что делаю? Я вот прямо так беру, да, и прямо... И прямо, как умеешь. Вот так вот, да? Видишь, запах пошел, чувствуешь вина, иди, пойдем. Да, 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 ну-ка. Смотри, как... Вот оно выпаривается. Ой, да, выпаривается вино. Можно делать ингаляцию вином. Надо. Ну, вот-вот. Друзья, посмотрите, какого чудесного цвета у нас получается. Николай, обратите внимание, как вам? Да, мне очень нравится. Запахло вином. И что тебе делать с этим вином? Выпаренным? Да, сюда. Чуть-чуть? Туда, да? Да. Для вкуса. Так. Ванька, сейчас так сделаю, что тебя не оторвешь. Так, теперь это мы вываливаем вот сюда. Так. Так. Смешиваем, по всей видимости. Значит, друзья, я быстро рассказываю, что мы приготовили сегодня вместе с Колей, с тобой, и ты поправишь меня, если я что-то ошибся. Значит, как мы делаем селедку под шубой? Думаю, что это традиционный способ, да, мы ничего тут нового не добавляем, но тем не менее. Натирается на терке вареная картошка, сверху укладывается тоненький слой майонеза. Сверху на майонез мы выкладываем мелко порезанную и, конечно, хорошо очищенную селедку. Сверху на селедку мы уложили тонким слонким слоем лук. Сверху на лук мы выкладываем вареную морковь, тоже натертая на терочке. Сверху майонез, сверху яблоко, натертое на терке, сверху майонез, сверху свекла, тоже натертая на терке, вареная. И сверху уже майонез, и уже сверху желток, который мы сварили яйца, взяли желток и размяли вилочкой. Мы пробовать не будем, потому что... Друзья, и самое главное, запомните, вот мы с Николаем, а мы любим, друзья, что сказать, дегустировать есть. Мы делаем самое важное. Мы вот эту вещь, сразу после того, как закончится у нас программа, мы поставим в холодильник. И это должно постоять минимум сутки. Друзья, а вот этот салат... Готовил Николай, и этот салат посвящен наступающему году. Я хотел себе положить. Значит, рассказываю, как готовится этот салат. Коль, поправляй, потому что я... Да. Значит, на сковородочке в разогретом оливковом масле обжаривается лучок. Потом добавляется куриная печенка и начинает там обжариваться и тушиться немножечко. Да. Потом туда же мы добавляем... Белые грибы. Белые грибы. А вот потом на отдельной сковородке мы кедровые орешки чуть-чуть зажариваем. Поливаем. Добавляем туда немножко апельсинового сока. Добавляем туда... Да, все это... Обратно в печень и грибы. И на этой же сковородочке выпариваем чуть-чуть белого вина и тоже добавляем в грибы, печень и в орехи и так далее. А потом мы это все смешиваем с салатом руккола. Да, поливаем оливковым маслом с бальзамиком соусом. С бальзамическим уксусом. Да, и пробуем. И пробуем, друзья. Друзья, а я с большим удовольствием хотел бы прямо сейчас объявить о том, что у нас есть новогодние подарки для Николая Баскова. Коля, ты не поверишь. И первый подарок от нашего спонсора. Новый соковыжиматель Борг с двумя дисками. Слушай, он мне понравился как раз. Один для приготовления сока, второй для приготовления смузи. От нашего спонсора корзина ароматного цейлонского чая Акбар. Чай Акбар – неиссякаемый источник бодрости, энергии и хорошего настроения. И, наконец, Коля. От нашего спонсора, всемирно известного производителя посуды, премиум-класса компании Tupperware. Инновационные изделия. Чаши, пирамидка и сковородку от шефа. Живи, Коля, в стиле Tupperware. Это модно, вкусно и легко. Друзья, у нас в гостях сегодня для вас новогодние блюда готовил Николай Басков. Коля, спасибо, сейчас я вернусь, мы будем... Друзья, на этом мы заканчиваемся. И увидимся с вами в следующей программе, когда вы узнаете, что меренги в переводе с белорусского означает «А теперь давай сравним, у кого мопед быстрее».